Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас в поселке Витязево, город-курорт Анапа. Солнечный и прекрасный ждет своих гостей. Мы находимся в таком зеленом уединенном месте, но в центре всех развлечений поселка. Это переулок Ангарский, 6. И сегодня мы с вами посмотрим на гостевой дом «Галант». Рядышком Паралия в минуте и до моря 950 метров. Я вам предлагаю посмотреть сначала на гостиницу, а потом прогуляться и посмотреть, что у нас интересного, сколько людей, как все работает, ну и насладиться от всего этого процесса. Жду вас в комментариях, не забывайте поставить лайк и, как всегда, все номера напрямую. Приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь. Начинаем с парковки. Своя парковочная зона. Вы можете поставить машинку и не переживать, что вам придется за парковку платить. Говорят, что всегда мест хватает. Можете обратить внимание, насколько зеленая территория обрамления этого гостевого дома и вход вот как раз таки между двумя туями. Заходим, смотрим. Небольшой гостевой дом. Спереди у нас зона для того, чтобы посидеть, отдохнуть. И вот такая вот тоже зеленая территория. Смотрим на ресепшн. Здравствуйте. Приезжайте к нам в гости. Гостевой дом позиционирует себя как тихий семейный отдых, поэтому, я думаю, вам понравится. Даже на ресепшене можете увидеть, что есть и для детей какой-то уголок, и посидеть, подождать или просто отдохнуть. Детская анимация, ребят, тоже имеется. Мы снимали ранее гостевой дом White, они вместе работают, и вы можете с детками прогуляться туда и поучаствовать в анимации. С цокольного этажа у нас выход во двор, и также здесь есть столовая. Столовое заказное меню, вы приходите, вам предлагают варианты на выбор. Так вот выглядит завтрак, и такие здесь цены. Но это обед. Ужина здесь нет, только завтраки и обеды. Рядышком со столовой выход на территорию за отелем. Здесь очень уютно. Тоже много зелени. Можете увидеть, есть детский уголок, на котором ваши детки смогут провести свое время на прорезиненном покрытии. Имеются такие вот столики для того, чтобы посидеть, отдохнуть, покушать шашлычка, который вы можете приготовить сами. Есть мангальная зона, шампуры. Пожалуйста, пользуйтесь. Давайте пробежимся по номерам. На этажах есть чайник, также гладильная доска и утюг. Сейчас мы с вами смотрим трехместный номер. Повторяюсь, цены актуальны на сегодняшний день, 29 июня 2022 год. Остальные цены уточняйте уже непосредственно у руководителей. Трехместное размещение на три кроватки. Есть холодильник, столик, который можно подвинуть к себе, тумбочка, сплит-система, телевизор. Во всех номерах имеется Wi-Fi. Вот так вот выглядит место для хранения. Шкафчик у нас с плечиками. На входе есть зеркало. И самое важное, что полный рост можно посмотреть на себя. Санузел у нас душевая, зеркальце, раковина и туалет. Стоимость этого номера 2000 рублей на 3 человека. Если вам надо, доп. Место, евро-раскладушка за 200 рублей. Вчетвером вы можете за 2200 здесь приехать в данный момент времени на отдых. В каждом этаже есть вот такой общий балкончик с местом для сушки вещей. Смотрим с вами двухместный номер. На входе широкая прихожая, есть возможность повесить какую-то верхнюю одежду, поставить свою обувь и зеркальце тоже, чтобы оценить себя в полный рост. Имеется санузел, душевая, туалет и зеркальце с раковиной. Вот такое вот размещение. Смотрите, кровати здесь стоят, она вроде двухспальная, но раздельная. И если вам надо, то без проблем вы их можете раздвинуть. Есть холодильник, телевизор, сплит-система, столик для того, чтобы покушать что-нибудь. Такой шкафчик, место для хранения ваших вещей с плечиками, доп. Одеялки. По стоимости на данный момент здесь 1600 рублей. Если вы возьмете на троих его с доп. Местом евро раскладушкой, то будет 1800 рублей. Ценник просто вот такой вот. Сейчас мы смотрим с вами тоже двухместный номер. Но здесь немножко другая мебель. То есть на входе у нас вот такой вот шкафчик стоит, санузел. Выглядит вот так вот. Здесь душевая кабинка, зеркальце, раковина. Интерьер выбирает каждый под себя, что кому больше нравится. Вот шкафчик. Второе отделение такое тоже с плечиками, чтобы поставить вещи. Стоит двухспальная кровать, но доп. Место сюда также возможно. Цена точно такая же, как в предыдущем. 1600 на данный момент, на за двоих 1800 с доп. Местом. Комод, телевизор, сплит-система, все здесь тоже есть. Сейчас мы с вами смотрим семейный номер. Он двухкомнатный. На входе вы можете увидеть тоже место для того, чтобы повесить ваши вещи. Санузел выглядит тоже вот в таком формате. Смотрим наполнение. Чайная станция,
телевизор, холодильник, сплит-система, такой уголком диван. Здесь есть балконы, очень большие. Так, чтобы посидеть, солнышком, шикарно. Смотрите, какие виды, просто восхищают. Вторая комната у нас выглядит вот так вот, друзья. Двухспальная кровать. Здесь есть также шкафчик. Выглядит он вот так вот. Второе отделение. Очень много мест для того, чтобы разложить ваши вещи. Есть столик для того, чтобы можно было накраситься. И еще один балкон. Балкон у нас второй чуть-чуть поуже, прямо над входом. Можете посмотреть. Цена за данный номер 2400 рублей, если на четверых. Если мы поставим сюда 2 евро раскладушки, будет на шестерых стоимость за 2800. Как вам? Как мне кажется, великолепное место для тех, кто ищет такой вот тихий, прекрасный отдых, потому что здесь тупик, здесь нет проезда машин большого, классного, есть своя парковка. Ну, а теперь я думаю, что стоит показать, как вам идти до моря. Расстояние 950 метров, за сколько пройдете все ваше время, мы не будем засекать, потому что я иду, везде останавливаюсь и все показываю. Гостевой дом и поворачиваемся. Здесь у нас впереди улица Черноморская находится прям рядышком. В Черноморской здесь есть полностью вся инфраструктура магазинов. Вот там, пожалуйста, мед, вся одежда, фрукты, овощи, поесть, кафе, экскурсии сразу рядышком. И также сразу же банкомат имеется. Кстати, многие про него не знают и стоят на Паралле. Это тоже Сбербанк, то Паралле тут рукой подать прямо близко. Магазин Фанагории, аптека, Фанагории — это вино, вот магазин продукты. Еще один банкомат находится здесь. Аптека, самое интересное, что все стоят на Паралле в очереди. Здесь вот прям шаговой доступности 2. Столовая Парфенон, столовая Арго. С той стороны столовая номер 1. Ну, раз нам по пути здесь столовая Арго, давайте посмотрим ценники в ней. Раздача стандартная. Есть даже куда положить ложечки серые. Хлеб 4 рубля, белый 4 рубля. По напиткам, я думаю, вы все видите. Как когда вишня по 35, пирожные по 110, селедка под шубой 80, морковь ночной 65, свекла под сыром 75, окрошка 80, витамины 75, мимоза 95, оливье 85, цезарь 160, летний 75, воровской 89, крабы 85, красное море 94, греческий 130, огурцы полудеревенский 75. И, пожалуйста, смотрите. Софиечки, первые блюда разнообразные. Тут лапша, пожалуйста. Все за стеклом, кстати. Борщик за 80 рублей. Каша манная 50 рублей. Ну, все остальное читайте сами. То есть так вот выглядит рыбка. Допустим, панкачу 99 рублей 100 грамм. Форелька, сырники по 70 рублей. Отлично. Минтай 78. Мясо по-французски 110 рублей. Курица 110. Рулет куриный 99. Окорочка по 88. Голубки 77. Курица с соусом 130, 119, гуляш из говядины, тефтели 110, котлета куриная 88, котлета домашняя 88. Здесь смотрим по гарнирам, что почему, и грибочки. Все. Я думаю, здесь и карты, телефонный перевод есть, и наличка, и вот такая вот зона для еды. Надеюсь, столовых на сегодня хватит, а рыбку продают всякую разную, копченую форелью. Смотрите, в этом году у нас подтапливает, но за 2-3 часа водичка полностью уходит, и, в принципе, все сухо, потому что расчистили водоотводной канал. Надеюсь, в следующем году увеличат ширину лотка, и все будет стекать. Абрикос 150, черешня такая крупная по 150, вот этот армянский абрикос по 200, этот персик 170, нектарин по 200, вот такой персик по 130 рублей. Плющины, груша 250, помидорчик по 120, огурцы по 70 рублей, лук по 60, а картошка 50 рублей, клубника по 200 рублей. Соки пивовода, человек переносит женщин через воду, так что если что, обращайтесь, девушки. Рыбку продают, вот разнообразные сувенирчики, и пошли на Паралле, прогуляемся, дорогие мои. У нас экскурсия Людмила Владимировна продает от Реалтуры, привет. Здесь можно увидеть, что лимонадик есть вкусный, и вход на Паралле, дорогие друзья. Здесь у нас работает замок страха, я еще там не был, но надо сходить. Это парк аттракционов Византия находится. Поесть вообще есть везде, там кафе Лада. Ой, я смотрю, они уже потихонечку стоят.
ставят столики. Внутри, значит, мы на днях к ним пойдем. Там наши друзья работают, им хорошего сезона желаем. Также магазин мед, фрукты продают с правой стороны. Тоже очень классно. О, у нас здесь появились ребята с фотографиями. Столовых очень много. Допустим, Византия. Очень много людей сидит, кушает там. Сейчас у нас все люди находятся на море. Видно Кубани, фасоль магазинчик, друзья мои. По всем моментам, которые вы видите на видео, всегда уточняйте конечную цену, чтобы не попасть, как говорится, в какую-нибудь беду. Потому что сделайте, а потом вам озвучат миллион, и будет проблема. Креп-блины могу посоветовать. Здесь наш друг-товарищ работает. Рядышком с ним детский клуб «Крош» находится. Здравствуйте, Юрий. Как ваше? Ничего? У меня отлично. Солнце светит, море чистое, чего хотеть. Блинчики можете посмотреть, очень вкусные. Все ребята постоянно хвалят их. Это прям великолепно, ребята. От души советуем. Слева все хорошо, чисто, классно. Проверим. Отлично, хорошая работа. Шаурма Гирун, то есть гостевые дома. А Хинкальная спрашивает, которую мы были на Паралии, выглядит вот так, и здесь она находится, где была грузинская музыка, ребята пели. И тоже очень вкусно, можно поесть. Советую свино-говяжий хинкали. Это было восхитительно. Приветствую вас. Здравствуйте. Как вас зовут? Сергей. Отлично. Сергей, можете привет передать? Да. В Москву привет. Хорошего отдыха. Да, спасибо, что смотрели. Спасибо. Такие подписчики встречаются, желают всего хорошего. Это прекрасно. В общем, кафе «Ван» с правой стороны. Здесь столовая «Якорь» слева. Здесь, вон, смотрю, ребенок сидит, прям как реклама спереди, чтобы вкуснее было им покушать. Выставляют вот эти ценники, что почем продается. На работу приглашают. Уже торговые ряды полностью все открыли. Смотрите, сколько всего предлагают людям. Осталось только вас дождаться, чтобы вы приехали и покупали. Вот вишня по 200 рублей, тут черешня есть по 120 и по 200. Большущие цены написаны. Магазин «Копеечка» справа, золото продают. И мы идем дальше прямо, дорогие друзья. Ну и вот здесь нашли большое количество уже людей, которые также двигаются на море. Молодой человек, не проходите мимо, пойдем. Уже все прям очень хорошо и красиво становится. В общем, как работает отель «Грант Меридиан». Отдыхают там люди довольные, все такие смотрят, как тут другие гуляют. Кафе «Встреча» были в этом году, могут советовать заведение, тоже интересно. С левой стороны у нас находится кафе «Люксор». Здравствуйте. Ну, будьте аккуратны. Не всегда ангел, ангел. Уточняйте, как говорится, конечную стоимость продукта, чтобы вы не разочаровались. С правой стороны «Встреча» и детская комната. В этом году встречали подписчицу, которая прям хвалила. Говорит, все классно там. «Люксор». Вход, и здесь, видите, много таких развлекательных учреждений. То есть Паралия у нас закипела, все работает по полной программе. Бистро «Мама Мия» продают разнообразную выпечку. С правой стороны «Грин-бар» работает, хвалят это заведение. Ну, честно, в этом году я пока не слышал негативных отзывов от каких-то местах. То есть везде, в принципе, уровень стал очень хороший, людям довольно-таки комфортно. Вон еще какие-то анимашки стоят прикольные. Курорт «Мироман» продают одежду, дальше «Мираж Кафе». Пивной, рыбный. С левой стороны «Доктор Фиш». Ой, как помните, тут девушка сидела, прям столько удовольствия получила от рыбок. Надо будет как-нибудь тоже попробовать посидеть. Столовая от «Ориона» работает. Ребята жарят шашлычок. Здравствуйте. Заходите к нам в гости. Как ваше? Ничего? Пойдет лучше всех. Дай бог. Можете увидеть, как и шашлычок. Сделаем, сделаем. Вкусняшки, ребята. Вкусно? Самое лучшее, самое восточное. Только для тебя, только сейчас. Спасибо. О, это вообще хорошо. И сам «Орион», ребята, работает. Помните, здесь тоже красавица вас призывает прийти потанцевать. До «Артура», кто хочет зайти, постоянно спрашивают. Вот сюда поворачивайте, до улицы Мира, с левой стороны, Знойная 8А находится он там. По Паралии время летит как-то вообще незаметно. Торговля идет бойко, людей везде, в принципе, достаточно. Несмотря на то, что время уже подходит к 11, все должны быть на пляже уже. Работает фонтанчик. Косички ребятки заплетают девочкам. Японская, европейская кухня, жареные морепродукты предлагают, друзья. Здесь выпечка, магазин специй. Все, о чем вы только можете мечтать, есть на Паралии. Потому что здесь продается от и до. То, что надо, не надо. В общем, все для вас, дорогие наши отдыхающие. Здравствуйте, помашите ручкой нам. От души. Вообще отлично. Главное, чтобы у вас все было хорошо. Мы вчера заходили по рекомендации в «Блинную».
Креплены. Креплены кроме. И? Кроме, вообще супер. Просто. Вообще, мы будет приятно. Мы сказали, Рома, говорю, смотрели Юрия, пришли по рекомендации. Еще понравилось. Радость, ребят, хороший отдых, спасибо большое. По пути отзывы о тех заведениях, которые я вам сегодня показал. Креблины от Романа советуют. Людей, я думаю, что, ну, наверное, слишком даже много. Фрукты, овощи, ребятки, продают потихонечку. Уют. Пошел? Дай бог. Очень много движений. И с левой стороны кафе «Виктория». Детская зона, в отличие от этого кафе, а других дети играют, люди отдыхают. Очень много разливных напитков продают. Говорят, что последние, с прошлым годом, где-то, может, 10% подъем. Кафе «Море» можете увидеть тоже. Торгуют, приглашают на обед. И с левой стороны у нас магазин «Продукты». Новый открылся, открыл большущий. И рядом множество сладостей, всего-всего продают. Рыба копченая продается. Куча торговых рядов, винные точки тоже есть. А сейчас я вам покажу хит сезона. Здесь ребята продают пончики по 15 рублей. Спасибо, не надо. 7 штук 100 рублей, 15 200. Хит сезона. Прям вообще отвечаю. Пришел подписчик, попробовал, говорит, жене даже ни одного не дал. А души. Ух ты, ребята, что тут наоткрывали? Вот это да, вот это круто. Вообще, брат, это что такое за пушку ты открыл? Сколько стоимость, расскажи? 140 рублей 100 грамм. Любое берешь, 140 любое рублей 100 грамм. Берешь. А что самое вкусное? Все вкусно. Есть же пожирнее, есть по суше. А мяска нет, только морепродукты, да? Да. Теперь на пляже вы можете прям свежие копченые морепродукты отведать. Наши дюны и проход на пляж, друзья. Аквапарк «Византия» с правой стороны, друзья мои. САПы работают 500 рублей в час. Я их уже показывал. Интересная тема. Ребята мне добавили в группу. Я смотрю, каждый день у них проходят разнообразные, так сказать, сессии. Тут и попрыгать, но можно и на морские. 500 рублей на полчаса, либо 1000 рублей абонемент на весь день. Но выбирайте один вот тут и на какой-то приходите. Посмотрите, сколько людей двигается. Кто-то на, кто-то с пляжа. В общем, капитальная красотища, друзья мои. Чистая водичка с детками. Сидите, присматривайте на шезлонгах. И все прям очень классно. То есть переодевалочки, ребята, продают экскурсии. Бар с левой стороны, полиция, которая нас бережет. И мы все ближе к пляжу, ребята, и там нас. Я уже видел, что море чистое ждет. Смотрите, какое. Правильно, правильно, выиграл. От души, ребята. Это просто круто. Здесь есть детская зона для отдыха. Ну, так просто сидят, люди отдыхают. Переодевалки, мусорные баки, туалет мы с вами прошли. Там душ тоже, еще один бар. Здесь прям очень классно. Сколько народу здесь на пляже. Это очень круто. Лежаки стоимость здесь 500 рублей. Спасибо, пляж. Это просто шок. Как вам? Сколько людей на пляже? Как им здесь хорошо отдыхать? Это бесплатная зона, те получается, там платная зона. То есть хватает места и тем людям, кто хочет и за денежки, кто хочет и бесплатно. Отдых идет по полной программе. Красиво уже назагорались, ребята. Ну и к какому морю они приехали? То есть вы видели все ужасающие фото, видео с зелеными кислотными пляжами. А здесь посмотрите, кто-то вас наедал, наверное, ребята. Какое моречко чудесное, как все классно и прелестно. Просто великолепно, мне кажется. Давайте узнаем, какая температура водички здесь.
Температура воздуха 33, это у моря. Если отойти туда дальше, будет больше, друзья. Потому что жарить сегодня не по-детски. Ну какая вода. Туда дальше, смотрите, это такое прям углубление идет. Потом дальше миляк. И потом дальше опять глубина. То есть там вода еще чище, друзья. Единственное, прошу, не купайтесь рядом с пирсом. Очень опасно. Вот стоимость на банане, по-моему, 400 рублей. На таблетке 600 рублей покататься. Так что, если что, пользуйтесь. И дай бог вам хорошего отдыха. Посмотрите, как здесь великолепно. Смотришь на пляж и аж душа радуется. Но я думаю, что пора смотреть. Температура воды 24 градуса. Я сегодня говорил о том, что прогреется. С утра было 21 небольшим, а вот вам уже 24, друзья. Ну что, осталось паковать чемодан, вокзал или машина и Анапа. Ждем вас. Номера телефонов напрямую. Приезжайте, отдыхайте на лучших пляжах России. Без сомнения, безопасность превыше всего. Мы видели, что у нас работали спасатели во время шторма, берегли вас, и на наших пляжах в это время никто не погиб. Я им за это говорю огромное спасибо. Вы молодцы, что смогли убедить наших людей. Ну и люди теперь знают, что надо искать чистое море. Оно есть, находят и купаются. Отзывов негативных стало меньше. Вот прям самый центральный пляж. Видите, насколько здесь все просто великолепно.